Украинцы в построении государственной системы не приемлют вертикальности и автократии. По мнению медиаэксперта Евгения Глебовицкого, это свидетельствует о большей близости к европейскому полю. За последние годы европейский выбор сделали еще больше жителей центра и востока страны. Индикатором изменений стал так называемый ленинопад, охвативший Украину. Вместе с тем, в ценностном отношении украинцев по-прежнему много различий. Мы очень часто подменяем, говоря, что политическая ориентация проевропейская означает европейские ценности. Но не обязательно. Очень часто те, кто будет проевропейски настроены, на самом деле будут вести себя очень по-советски в ценностном плане и наоборот. И в этом смысле замечательный пример – это, например, практика забрасывания депутатов в мусорные ящики, в мусорные контейнеры.